черный какой-то грунт, яхта, еще одна скала. И, пожалуй, здесь уже я наверняка и сделаю какие-то съемки с дрона. Потому что здесь интересно. Посмотрим, что у нас из этого получится. Надеюсь, ничего не сломаю. Приступаю. Ну, должно быть 100 вообще-то. Да, должно быть 100. Итак, опять будем снимать в 4К. Здесь вроде красивый вид. Отсюда откроется. И давайте будем пробовать. Так. Немного тоже повернусь. Да, вот так вот вы видите уже, как будет видеть дрон. Ну и опять я выключу непосредственно уже сам дрон, в смысле GoPro, и в правом верхнем углу вот здесь вот вы увидите, что за видео получилось у нас здесь. Должно быть хорошее видео, кстати, уже 5 часов практически, смотрите, это серьезно. Так, все, врубаем, полетели. Только что у меня случился очередная авария случилась, вот, это было жутко. Если честно, я вылетел вот метров, наверное, 30 отсюда вперед. То есть вы представляете, если я вылетел метров 30 вперед, какая там высота. И вроде все нормально, но проблема с GPS-ом, во-первых, произошла несколько раз. И это всего лишь за некоторые, ну сколько там, доли минуты. Это во-первых. Ну и второе, что было неприятно, то, что когда я решил нажать джойстиком назад, вот, и послать дрон назад, он очень быстро на максимальной скорости пошел назад и на джойстик не реагировал, опять перестал реагировать на джойстик. В итоге он врезался вот в тот мыс, вот в тот вот, в тот конец. Вот, и на дроне сейчас видно, что он весь, я его немножко почистил, вон, что он весь в земле, вот здесь вот этим местом он конкретно ударился, и, ну, в общем, начал пищать как-то непонятно, ну, в общем, хрен его знает, не знаю, как быть, давайте еще раз попробуем здесь же взлететь, видите, GPS-а как такового нет, вот сейчас появился GPS, причем он ничего такой. Давайте опустим голову вниз. И, наверное, надо... Я сейчас сильно рисковать не буду. Немножечко... Ой, немножечко поднимусь выше. И чуть-чуть пойду в бок. До дерева. Давай назад. Блин, теперь мне страшно, ребята. Это мне очень страшно, на самом деле. Будет красивая картинка зато, но очень страшно его выпускать вперед. Давайте назад. Может, заело, я не знаю. Но было очень крайне неприятно. Давайте повернем дрон сюда. И еще. Очень странно, что ничего не сломалось, но, грубо говоря, не сломался ни винты, не сломались. Вот примерно на такой, даже чуть дальше. Ой, давай только не будешь ты. Вот сейчас он слушается руля, слушается меня, это очень хорошо, но до этого было крайне страшно. Давайте поднимем дрон вверх. Пропустим автомобиль. Ну вот, вы видели, даже заповедники охраняют ребята. Опять GPS потерян. Так, но меня, слава богу, слушает. Давайте вниз чуть-чуть и опять на меня. Жутко, видите, GPS не ловит. Я не понимаю, в чем дело. На самом деле, такое ощущение, конечно, что действительно... Существует проблема
Давайте будем ставить, наверное, дрон. Место очень красивое, но при этом небезопасное по какой-то причине, я не знаю. Мы подняли пыли кучу нашим дроном. Очень много людей здесь. Давайте снимаем. Все, дрон сел. Фух. Неприятно, неприятно, я очканул. Опять, сколько можно? Вот подобный сбой второй раз произошел на этом дроне у меня.